наши. Ай, мои маленькие. Пока, мамочка, не волнуйся, все будет хорошо. Да, давай, жду тебя вечером. Ага, пока-пока, целую. Ой, а чего вы тут сидите? А чего нам делать? Нас в садик привели, а тут нету воспитательницы. Ага, сидим, ждем, когда цветочек придет. Как это нет воспитательницы? Совсем нет? Ага, мы пришли раньше тебя, мы уже тут и поиграли, и в прятки погоняли. Ой, и в догонялки поиграли, и в прятки. Мы уже не знаем, чем заняться. Слушайте, так это ведь ненормально. Может, с нашей воспитательницей что-нибудь случилось? Может, пойдем к заведующей? Не, мы уже думали. А представляешь, если цветочек просто, ну, где-то заблудилась. Я не знаю, может, бабушку через дорогу повела. Может, еще что. Просто опоздала. А мы сейчас пойдем к заведующей, и заведующая ее уволит за то, что она не пришла. Нет, 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 давайте еще подождем немножко. Ай, что-то сегодня будильник не звонит. А я его вчера вообще завела? Как светло уже. О, сколько времени? О, нет, 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 полдесятого. Как же там мои малыши в детском садике? Вот это воспитательница, это же надо, проспала. Так, срочно, срочно одеваемся. Там заведующая, наверное, уже пришла. Сделает мне выговор, а еще хуже, уволят вообще, а? Быстро, быстро, не в ванну уже не успеваю. В туалет хоть сходить, я зубы почистить. Цветочек, цветочек, ты где? Ты не поверишь, помнишь, я хотела быть воспитательницей? Я ходила к заведующей, так вот, она меня не взяла. Здравствуйте, тетенька, а цветочек еще не пришла. Не пришла? Это как? Это времени-то уже видели сколько? А вы-то с кем тут сидите? Одни, мы же послушные малыши, мы ее ждем. Это значит, заведующая меня не взяла? И как это называется? Такую вот необязательную, так они воспитательницей взяли, а меня? У меня 3 диплома, да я? Ух, она! Бросить малышей одних? Да я сейчас же пойду к заведующей. Хотя нет, есть у меня одна идейка. И меня точно сделают воспитательницей, а цветочка уволят. Слушайте, вам не показалось, что она какая-то злая? И хорошо, что ее не взяли. Нам не нужна такая воспитательница. Может, такси взять? Нет, хотя быстрее тут пешком добежать. Я опаздываю! Это что такое? Бежим скорее! Акула в детском садике! Ты чего, с ума сошла? Откуда акула-то в детском садике? Акула! Откуда она тут взялась? Это и есть моя классная идея! Малыши, вам тут все равно скучно, пока воспитательницы нет? Не хотите ли поиграть? Хотим, 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 конечно! А как играть? Ой, да это очень просто! Сейчас нужно челюсть акуле разжать. Вот так, смотрите, она показала вам все свои зубки. Ого, какие большущие! Это ж сколько ей нужно их чистить! Ага! Так вот, у меня к вам задание. Не хотите ли вы зубки посчитать? А то моя акула заболела. Я не могу понять, какой зуб у нее болит, представляете? Нужно все обсмотреть, пересчитать, а потом почистить. Ну что, малыши, справитесь? Ух ты, так это мы будем докторами, этими ветеринарами. Мы будем животным помогать. Я люблю кого-нибудь лечить. Эй, подружки, идите скорее сюда, сейчас мы вмиг ее вылечим. Ага, конечно, вылечите. Я немножко умолчала. Они будут зубки осматривать и случайно их нажимать. А потом пасть захлопнется, и они останутся там, в опасности. А потом я пойду к заведующей и скажу, что цветочек оставила малышей в опасности. Ее уволят, а меня должны будут взять. Эй, а подскажите, в каком порядке нужно считать сначала, осматривать, чистить или можно сразу все делать? Какие зубищи! Слушай, она, по-моему, куда-то убежала. Ну и ладно, залезайте все сюда. Начнем, пожалуй, сначала. Хотя нет, давайте разделимся, так будет намного быстрее. Я с этой стороны, ты посередине, а ты вот там. Немножко страшновато находиться в пасти у акулы. Да ладно тебе, это ж игра, она ж не настоящая. Так, ну что, ветеринары? На старт, внимание, марш! С этим вроде все в порядке. Проверим еще один. Так, следующий зуб. У нее вроде все здоровые и все белые. Она нас что, обманула? Раз, два, три, четыре, 5 зубов проверила. Стой, 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 теперь моя очередь пришла. Так.
руки ногами. Никак не выбраться. Ай, спасите, помогите. Мы тут, застряли. Ля-ля-ля, побежала к заведующей я. Малыши, ой, какой ужас. Как вы туда попали? Я сейчас же бегу к заведующей. Вас нужно оттуда вызволять. Ой, где вы только эту акулу взяли? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. А где ваша воспитательница? Она же должна была за вами наблюдать. Какой ужас, ее нужно срочно уволить. Девочки, вы слышали? Это она сделала все специально. Акула, открывай свою пасть. Мы не можем цветочков подставить. Не шевелись, она вообще полностью захлопнула теперь нас. Эй, что делать-то? Нам нужно выбраться, чтобы она не успела добежать до заведующей. Малыши, простите меня, я проспала. Это что такое? Новая игрушка, что ли, пришла? А куда такая страшная в детский сад? Фу, акула, да она же опасная. А где малыши? Ну все, мне конец, заведующая точно здесь уже была. Будем считать, что это мой последний день. Ну что, ребята, пока-пока. Цветочек, мы здесь, не пока, достань нас, пожалуйста, быстрее. Там какая-то тетка прибегала, она к заведующей побежала. Она сделала так, что акула нас съела и покусала. О, малыши, вы что там? Давайте скорее, что еще за тетка? Ух, я ей дам. Вот, выбирайтесь скорее, ужас какой, а. Ну-ка, рассказывайте, что за тетя, как она выглядела. Фух, зубастая, каракастая, давайте я вам помогу встать. Она нас расплющила, ну тетя. Цветочек, ты не пришла, мы сидели спокойно тебя ждали за столиком. Тут пришла какая-то тетя волосатая, с большими густыми желтыми волосами. Сказала, что она ходила к заведующей, и та ее воспитательница не взяла. А, ну-ну-ну, это моя знакомая, она вчера спрашивала. У нее работы нет, она хотела поработать воспитательницей. А у нас как раз недобор, странно, почему ее не взяли, непонятно. Ну, а акула-то тут откуда взялась? Вы почему туда залезли? Вы что, из дома притащили эту опасную игрушку? Нет, цветочек, мы же знаем, что в садик ничего таскать нельзя. Это эта тетя принесла. Говорит, вам тут скучно без цветочка. Вот поиграйте пока. Нужно, говорит, почистить, осмотреть все зубки. Мы начали, а она нас и захлопнула. И мы не знали, что ей делать. А она такая хитрая, к заведующей побежала. Говорит, сейчас про цветочка все расскажу. Ее уволят и меня возьмут. Цветочек, сделай что-нибудь, она такая злая. Мы не хотим, чтобы она была нашей воспитательницей. Ага, значит, она хотела меня подставить. Вот так, знакомая. Видали, да? Так, нам нужно срочно что-то придумать. Унести куда-то эту акулу мы не успеем. Тогда... Кажется, у меня есть идея. Сейчас вы спрячьтесь в безопасном месте. А мне нужно сделать так, чтобы эта акула захлопнула пасть. Ой, ну как-то так. Ой, цветочек, надо было аккуратнее, вам не больно? Ничего, малыши, не страшно, немножко прищемило, да и все. Так, осталось мне спрятаться, сейчас будет самое интересное. Вот, я говорю, заведующий, идите сюда, посмотрите, там малыши в опасности, они, их акула съела, я вообще не представляю, куда в детском садике такая опасная игрушка. Это все цветочек, наверное, принесла. Вот, малыши, а ну-ка вылезайте, сейчас я вам помогу. Ой, а где они? Я же сама видела, как акула защелкнулась, и малыши там застряли. Я что, зря ее сюда принесла, что ли? Как это я принесла? Вы же ко мне прибежали и сказали, что этот цветочек играет в опасные игры с детьми. То есть это все сделали вы? Ой, да нет, я не это в виду имела, да... Ай, все, опять пролетело. Ну вот так я все время без работы буду, а? Ну что со мной не так? Заведующая, все в порядке. Малыши вот там, мы только что с ними играли в прятки. А тебе, дорогая моя знакомая, не место в детском садике с таким подлым характером, понятно? И не приходи больше сюда, и акулу свою эту, дантиста, забери. Если бы с малышами что-то случилось, я бы не знаю, что бы я с тобой сделала, понятно? А, цветочек, да ладно, что ты? Да я не хотела, да я... Да, может, возьмете меня хотя бы мыть полы? Я обещаю, что я исправлюсь, я больше так не буду, никогда! Мыть полы? Ну, не знаю, у нас как раз отсутствует няня. Ну что, малыши, возьмем ее на исправление, а? Цветочек, ты у нас такая добрая! Давайте возьмем, пусть моет полы и посуду, а мы на нее посмотрим. Если будет злодейничать, то мы ее живо выгоним и выведем на чистую воду, как сегодня. Ну что, ребята, вот такая история. Чуть не подставила нашу любимую воспитательницу. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.
Смотрите новые, самые интересные серии. А вы играли в такую игру? Как крокодонтист? Только это акула. Нажимаете на зубки, и на ком она защелкнулась, тот и проиграл. Очень опасная игра. Нужно беречь свои пальчики, а то оно как захлопнулось. Но весело и прикольно, особенно если играть с кем-нибудь. Кто еще рискнется в мой бассейн? Я пас, позагораю еще. Тук-тук-тук, ты дома, друг? О, привет, сейчас выйду. Привет, пойдем, все уже собрались у бассейна. Все-все, я тоже уже иду. Ой, какое сегодня солнце. Нужно надеть очки. Ого, так всех вижу. Привет, мальчики, девочки, малыши. Привет, помоги нам, пожалуйста, мы хотим бро закопать. А бро не против? Я за, песочек такой теплый, только чур в глаза не бросать. Давайте, закапывайте его, закапывайте. Ну, это мы быстро сейчас. Я маленький экскаватор, сейчас я тебя вмиг закопаю. Поаккуратнее давайте, там камни. А все, уже одна голова осталась, тебе там не жарко? А, мне круто. Слушай, закопай меня тоже. Давай, мне не сложно. И меня тогда. Так, малыши, я сегодня в бассейне искупаюсь или нет, а? Если ты хочешь в бассейн, иди, я с ними справлюсь тут. Да ладно, давай вместе тогда, а потом купаться. Давайте, ну хоть кто-нибудь составьте мне компанию. Ай, красота. Как же здорово-то, а? Это точно, наконец-то в Олдтауне закончилась эта холодная зима. Наступила жара. Так, можно мне тоже в круг? Круто. Ого, сколько там воды. Не бойся, здесь есть еще один круг, если ты не умеешь плавать. Да не, у меня идея получше. Поберегись. Ого. Слушай, может мы к тебе тогда? Залезайте, места хватит. Как же круто. На таком большом единороге я еще не плавала. Так, друзья, двигайтесь давайте. Я влезу? Влезешь, влезешь, мы тут загораем. Круто! Ух ты, покрути еще! Да пожалуйста! Обалденно! Так, я не понял, я пока тут с малышами занимался, вы там уже все заняли? А мне местечко! Ой, обувь не снял. Вот, теперь отлично. Так. Ну-ка, немножко сморщились, я тоже к вам хочу. Вот это другое дело. Ну здорово, мы так-то договаривались идти купаться вместе. Ой, слушай, извини, но здесь больше нет места. Отлично, спасибо. Вы там когда накатаетесь, пустите нас, мы тоже хотим. Девочки, малыши, а давайте им отомстим. У нас есть еще один большой круг. А, точно, а ты думаешь, мы в бассейн все влезем? Ничего, подвинуться, сейчас принесу. Ну что, товарищи, двигайтесь. Крабик мой ползет сюда, давайте, отгоняйте своего единорога. Вот так, влезли, давайте идите сюда. Я не понял, у нас что тут, между единорогом и крабом война? Так, давайте их толкать будем. А ну, двигайтесь отсюда. Эй, так нечестно, вас там много, а я одна. Девочки, малыши, идите скорее сюда. Откапываю, там нужна наша подмога. Давайте. Еще немного. Левее, мне не попасть на краба. Вот так, опа. Ну что, брат, давай победим единорога. Давай его клешнями цепляй. Давай, толкай. Дальше, его выпихивай из бассейна. Так, вы знаете, по-моему, их стало еще больше. Ну, давайте на раз, два, три. Раз, два, три. Я поаккуратней тут за малысы. Давайте их. Подождите, мы сейчас вылетим из бассейна. Вот эта вечеринка у нас тут. Крабы против единорогов. Крабы победят. Не, единороги рулят. Вы можете дальше тут толкаться, а я купаться. Аккуратней. Ой, какая водичка здоровская. Ну что, ныряйте все сюда. Ой. Вау, я что, последний? Прыгай с тонущего корабля. Здорово. Поехали, я тебя покатаю. Ту-ту, у нас тут паровозик. Ну как, малыши, нравится? Конечно, нравится, это здорово. А мне чего-то скучно стало, ни у кого нет мячика, сейчас бы поиграли. Нет, мячика нету. Зато я воды наклебалась.
Эй, ты бы поаккуратней там плевалась. Фу. Так не научилась нырять. Так во что бы нам поиграть? Ту-ту, поехали, малыши, паровозик. Чух-чух-чух-чух-чух. Не знаю, мне и так не скучно. А давайте с малышами на перегонки. А это как? А вон, смотри, каждый берет по малышу и толкает его вперед. Кто первый придет, тот победил. Ага, здорово придумал. Ну что, на раз, два, три. Раз, два, три. Побежали, бро, давай мы будем первые. Ничего подобного, мы вас почти догнали. Ну что, кто следующий на перегонки? Давайте я, только уже с этой стороны. Можно я еще не участвовала? Ой, извините, а можно еще раз я, а то я проигравшая. Ладно, договорились. На старт. Внимание. Марш! Мы просто обязаны победить. Побежали. У-ху, я первая! Поздравляю нас! Ничего. Мы вторые. Бро, ну куда ты от меня уплыл? Ай, догоняй. Давай, придем хотя бы третьи. Ага, то есть последние. Ничего, не расстраивайся, еще поиграем. Ну что, кто еще не участвовал? Подходите сюда скорей. Я еще не бегала с малышами. Пойдем, ты тоже. А, ну давай попробуем, если хочешь. А меня кто возьмет в команду? Давай я. Станем чемпионами. Ну что, на старт. Внимание. Марш. Побежали. Ничего подобного. Ой, ну не выиграли, так не выиграли, зато покатались, верно ведь? Ой, слушайте, а у меня же еще есть один сюрприз. Какой еще сюрприз? Да у меня это, с собой мега крутая бомбочка. Давайте ее в бассейне запустим, а? О, бомбочка на весь бассейн. Давай, неси, конечно, и сюда. Интересно, а что сейчас с ним будет, а? А сейчас узнаем. Она уже ушла. Я же говорила, я быстро. Вот она моя бомбочка, зеленое большое яблочко. Круто, неси скорее сюда. Как же здорово! А запах от нее какой! Сочное зеленое яблочко! Ну что ж, давайте дождемся, пока она полностью растворится, и будем купаться в этом бассейне. А вы, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и смотрите новые, самые интересные серии. Пока-пока! А еще не забывайте, что у нас есть канал Даринелка ТВ. Катя и Макс, веселая семейка, ждут вас там. А также канал Даринелка Плей. Спасибо за подписку и за лайк. Скучно это ваша бомбочка. Никто не хочет вас и меня покатать. Побежали. Хо-хо, здорово. Цветочек, воспитательница, а у нас есть еще что-нибудь покушать? Я проголодалась. Покушать? Но кухня уже не работает. У нас последний был ужин. И вообще, малыши, вас всех должны были уже забрать из детского садика. Я ничего не понимаю, почему за вами никто не приходит, а? Что мне с вами тут делать? Ночевать? Ух ты, давайте устроим челлендж 24 часа в детском садике. Я согласен. Не-не-не, вот ты оставайся тут со своими челленджами, а я это домой хочу, к маме с папой. Ага, а меня сегодня сестренка должна была забрать. Только где она? Она мне еще киндер обещала купить. Вот, наверное, и не пришла. Опять, наверное, все денежки на свою косметику потратила. Цветочек, а у нас на кухне в детском садике совсем не осталось еды? Может, там что-нибудь есть для нас, а? Да я бы с радостью сходила и спросила, но кухня уже не работает. 6 вечера, ушли домой все повара. Да и все группы уже разошлись. Остались мы с вами. Я в садике вообще, по-моему, уже одна. Заведующая ушла. Ребята, вы родители их, сестренок, братиков не видели? Куда же мне вас девать-то, а? И вправду, что ли, придется тут ночевать? А вдруг опять активизировался какой-нибудь злодей? Это Харли? Или Антибаг? Или еще хуже, Бабка Гренни? И всех кукол с города куда-то забрали, а я одна осталась.
проголодалась на весь город с малышами в нашем детском садике. Нужно позвонить Супер Биби. Алло. Ну, наконец-то дозвонилась до тебя. Ты где, Супер Биби? У меня тут это, проблема одна. Представляешь, я сегодня на смене работаю в детском садике. Да, так поздно еще на работе, потому что у меня никого не забрали. Все дети тут, в группе. Никого, никого вообще. Ты не видела, что там происходит в городе, а? Слушай, Цветочек, это проблема, конечно, но я сейчас не в городе, да? Да, конечно, прилечу, ага. Минут 15-20, да. Жди, я буду в твоем садике. Да, если что-то изменится и всех заберут, обязательно сообщи. Ага, давай, до встречи, пока. Что это происходит в Лоутауне? Опять какие-то злодейства. Ну, я с ними разберусь, вы меня знаете. Я кушать хочу. Ай, а я, по-моему, переборщил с 24 часа в детском садике. Меня тут укачало, я спать хочу. Домой, на кроватку. К маме, хочу к маме. Цветочек. Где моя сестренка? Они нас бросили тут, они нас кинули в этом детском садике. Малыши, малыши, да успокойтесь, я звоню, всем вашим родителям звоню, они трубки не берут, представляете? Точно, что-то случилось. И они все сговорились? Ну нет, детей ведь не бросают так. Точно, что-то случилось в нашем городе опять. Привет, малыши, что, скучаете по маме с папой? Сейчас разберемся, я вам обещаю, всех найдем. Цветочек, ну как, ты кого-нибудь дозвонилась уже? Нет, Супер Биби, из тех, кому я звонила, трубку взяла только ты. А от остальных тишина и гудки. Ты видела что-нибудь в городе, а? Я к тебе торопилась, так мельком пролетела, улицы абсолютно пусты, как вымерли все. Эх, нужно решать проблему, выяснять. Я сейчас слетаю до бабки Гренни, потом до антибаг. Не дай бог у нас появился какой-то новый злодей. Ну ничего, не волнуйтесь, я со всеми разберусь. Недаром же я Супер Биби. Скоро вернусь. Девочки, мальчики, ну сколько можно издеваться? Когда начнутся продажи? Уже темнеет же. Целая очередь, целый день стоим. Ну сколько можно-то? Потерпите, пожалуйста, потерпите. Ну говорю же. Магазин антистрессов и попитов только-только открылся. Жду ценники. Но не могу же я вам отдать их бесплатно. Мне должны прислать их из Москвы. Ну угад, не скажу я, сколько стоит этот попит. Вот этот в виде динозавра. Вот это гиря. Слушай, а может я тогда возьму себе поп-ит с динозавром, а деньги завтра занесу? Ты уже будешь знать, сколько он стоит. О, точно, можно я тоже так сделаю? У меня малышка очень ждет этот поп-ит, вот тот, который цветом таким красивым, с фиолетовым и розовым. А деньги завтра обязательно занесу. Ну пожалею, у меня два малыша еще грудных. Да я бы с радостью, понимаете, меня накажут, меня уволят, ну как так? Придут сегодня за деньгами кассу снимать, а у меня там нет ничего, а что я скажу? В долг всем антистрессы раздала с попытами? Нет, так дела не делаются. Либо ждите, либо расходитесь и приходите завтра. В смысле завтра? А что я тут с утра-то стояла? Нет уж, если начала, буду стоять до конца. Позвони, поторопи. Где там эти ценники? Я хочу кушать и спать, но я не могу уснуть, потому что я голодная. А я, по-моему, уже выспался в этом кресле. Хочу кушать, цветочек. Так, все, надо что-то решать. Малыши, я придумала. Пойдемте в раздевалку, одевайтесь, мы уходим отсюда. На самом деле, все голодные, все хотят спать, а я не знаю, что с ними делать. Придется везти их всех ко мне домой. Ну, я же воспитатель, не брошу же я их тут. Ух ты, цветочек, здорово, я всегда мечтала у тебя в гостях побывать. Эй, малыши, идем все в гости, ура! Цветочек, а у тебя есть там что-нибудь покушать и где нам поспать? Это как это ночевать? А я перед сном всегда ванночку принимаю. У тебя есть дома ванночка? Конечно, есть, ну вы что? И кухня есть, где поесть, и ванночка, где помыться, и кровать, правда, одна. Ну как-нибудь вместимся, пойдемте скорее ко мне. А то скоро ночь, будет темно на улице и страшно. Мы сейчас успеем добраться. Как же круто здесь в гостях у воспитательницы. Цветочек, а можно мне мультики включить, пожалуйста? На какую кнопку нажимать? Вот на эту, да? Стоп, подожди, подожди, у меня там не сохранено, сейчас удалишь навсегда. Цветочек, а ты что, любишь шить? Я тоже швея, я люблю шить. Но пока это, у меня специальная иголочка не острая и ниточки такие толстые. Можно я попробую на швейной машинке? Я их никогда не пробовала. Тут есть кнопочка одна, ее, наверное, нужно нажать, да? Вот сюда. А? Нет, там иголка очень острая, несу руки туда. Воспитательница, я покакала, идите, пожалуйста, сюда. Цветочек, ты про меня забыла, а как же перед сном ванночка? А, я уже залезла, водичку включать, где горячая, вот это? Или это холодная, а это горячая, какую включать?
Ай-яй-яй, стойте. Подожди, обожгешься. У меня вода, горячий кипяток. Сейчас я буду набирать тебе ванночку. Имейте терпение. Сейчас помогу тебе в туалете здесь бумажку взять. И вы там пока ничего не включайте. Дурдом какой. Интересно, Супер Биби уже что-нибудь выяснила, а? Вот, посмотрите, темень какая уже, а. Надо было фонарики с собой брать. А еще перекус. Я проголодался с этими попытами тут. Эх, если бы у меня девочки в предыдущей серии мой попыт не разрезали, я бы и не стоял тут. Все, мне позвонили, сказали максимум полчаса, цены будут. Можете пока проходить в зал, выбирать, кто что будет покупать. Ну неужели, и недели не прошло, а? И что это такое? По-моему, я полгорода здесь нашла. Всем привет! Что вы тут все делаете, а? Не поверишь, Супер Биби, стоим в очередь, новый магазин открылся. Там продаются антистрессы и поп-ит. А ценников нет, вот и ждем. Обещали через полчаса, что все будет. Ты что, тоже в очередь? Тогда вон туда в конец давай. Не-не-не, за мной уже тут занимали. Ушли ненадолго. Так что будешь? Так, человек через 5, наверное. Новый магазин поп-итов антистрессов? Вы что, издеваетесь надо мной? У кого малыши? Ушли сегодня с утра в детский сад. Детский сад! Я забыла забрать малышку из детского садика! О-о, а у меня там брат. Вот-вот, какие необязательные. Магазин у них новый открылся, видите ли? Супер Биби, ты это, не смотри на меня так, не смотри, я не виновата. Я продавец, меня сюда поставили, а ценников не дали. Все очередь заняли, а продать не смогла. Вот все и заждались, и про детский садик, видимо, совсем забыли. Меня мама убьет, я сестренку в детском садике забыла. О-о, поп-ит, да зачем он мне нужен? Просто не нужно было открывать магазин, если еще не все доделано. Объяви официальное открытие, но когда-нибудь, когда все будет готово. И цены, и витрины, и все остальное. Это ж надо было полгорода отвлечь своими антистрессами. До такой степени, что мне воспитательница детского сада звонит, что детей из группы никто не забирает. Я думала, что-то случилось, злодеи какие-то напали. А они здесь это, в очереди стоят, видите ли, поп-ит им нужен. Здравствуйте, цветочек, извините, пожалуйста. А где малыши? А где воспитательница? Ну все. Здесь никого нет. Куда я пойду их искать, а? Панки, как это нет? Они должны быть где-то здесь. Куда они из садика-то денутся? Я, конечно, понимаю, что уже ночь. Где моя малышка, а? Доченька! Ни дочки, ни цветочка. Ку-ку, здесь есть кто-нибудь? Ну что, разобрали своих детишек? С радостью бы разобрали и извинились. И перед детьми, и перед воспитательницей. Но, Супер Биби, здесь никого нет. Пустой садик-то. Как пустой? Они только что были здесь все в группе, когда я отправилась вас искать. Куда они могли деться теперь, а? То вас ищи, то детей. Что за день такой-то сегодня? Кажется, я знаю, где они могут быть. Цветочек, наверное, забрала их к себе домой. И тут же им ночевать. Одни, в детском садике. Пойдемте скорее к ним в гости, пока они не улеглись спать. Вот они все, ваши озорники. Говорю же, цветочек очень ответственный, не могла оставить их в детском садике. Эй, малыши, я нашла ваших непутевых сестренок, братишек и родителей. Ура! Хотя я это, можно мы все-таки останемся у воспитательницы? Здесь так здорово! Ну круто, а домой-то не хотите ли? Ура! Пришли родители! Но у воспитательницы тоже здорово. Я все равно домой хочу. Там моя кроватка, моя игрушечка ждет меня и спит, наверное, уже сладко-сладко. Супер, Биби, спасибо тебе большое. А где они все были-то? Ну что, безответственные, сами расскажете или мне помочь? Да слушай, цветочек, мы были в магазине с попытами. А? Обалдеть, вот это мания началась. Готовы ради этих пупырок детей в садике побросать? Ай-яй-яй-яй-яй. Вот-вот. Да не-не, просто там это, очень редкие привезли и прикольно. Вот я, например, завтра куплю себе с динозавром. Он так хлопает здорово. Ну что, ребята, вот такая история. Пока в очереди стояли, совсем забыли про детишек и не забрали их из детского садика. А цветочек наша воспитательница, она их себе домой забрала. Она у нас самая-самая хорошая. Ну что ж, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые, самые интересные серии. Пока-пока. Ну что, все по домам.